Добрый вечер. А вы не против, если я с вами здесь посижу? Я так не люблю выпивать в одиночестве. Пожалуйста. Правда, у меня коктейль всего один. Я же думал, что я один посижу. О, вы знаете, а я тоже так думала. А потом смотрю, мужчина сидит, скучает. Да? Да. А я сижу, скучаю. Ой, но женщина всегда может определить, скучает мужчина или нет. Да? Угу. А женщина может определить, женат мужчина или нет? Но это же не повод отказывать себе в удовольствии. Неужели вам не хочется разнообразить свою унылую семейную жизнь одним маленьким, но увлекательным приключением? Вы знаете, нет. Потому что после этого маленького увлекательного приключения меня ждет большое увлекательнейшее приключение с женой. А я не люблю приключения. Я комедии люблю. Ой, глупенький, комедии он любит. Ну вот у тебя есть машина? Есть. Девятка. Девятка. А если бы тебе предложили прокатиться на лимузине? Согласился бы? Конечно, согласился. Ну так вот. Что будем делать сегодня вечером? Вы знаете, ничего. Почему? А зачем мне вторая девятка? Ну я же тюнингованная.